What is happiness for you? Сделать очень важный решительный шаг. Ну, если вильность это не будет решаться, то я, ну не только я, мы в Литве и в Европе думаем, что этот процесс все-таки должен двигаться вперед, и Литва сделает все возможности, чтобы помогать Украине пойти по этому пути, и мы поможем и с экспертами, и политические советы будем дать, если Украина их примет, если она хочет выслушать нас. Документы уже все готовы, все оговорено, так ничего не просто взять ручку, чуть-чуть хороших мыслей, я так сказала, всегда президент должен вспомнить свой народ, свои, что народ все надежды внутряет на детей, на внуков, внуков будущее. И на это смотря, ну, они должны понять, что договор надо подписать. Я думаю, что не надо остановиться. Я очень хочу, чтобы ваш народ не опустил руки. И когда я вчера видела, говорила с ними, я верю, что все будет благополучно. Ну, я не слышала так, чтобы Европа была очарована этому разговору, и я не слышала, чтобы Европа была очень довольна, чтобы такие разговоры шли. И я думаю, что Европа понимает и Литва понимает, что все было сделано для договора ассоциации, и по этому пути и будет пойти Европа. Я не думаю, что такой формат – это путь Украины. Да, я могу сказать, что Литва всегда будет рядом с Украиной и с другими странами, с Грузией, с другими странами, которые будут хотеть изменить свою жизнь и пойти по той дороге, по которой мы прошли, мы имеем опыт и хотим их этот опыт передать тем людям, которые ну, хочет изменить свою жизнь. И я очень уважаю президента Валдиса Адамкуса. Я думаю, что если бы он был в Литве и смог по здоровью приехать, я думаю, что он, не сомневаясь, приехал бы тоже в Украину. Ну, хотелось бы встретиться и с официальной властью, и я тоже имела миссию, что хотела передать им перед такими важными вопросами, которые будут решаться в Вильнюсе, или смотря подальше. Но я думаю, что то, что я увидела вчера в Украине, когда я обнимала ваших людей, и когда в глазах были у некоторых женщин даже слезы, я почувствовала, что я должна была приехать, и я сделала правильный выбор, несмотря на некоторые другие неуладки. Я довольна этим визитом. Ось таке враження від Київського Євромайдану у голови парламенту Литви Лорети Греужиніни. Наприкінці інтерв'ю вона навіть додала, що Ради Київської в Україну скасувала давно запланований візит до Великої Британії. Каже, що британці її зрозуміли, її пояснення, ну і сама вона абсолютно не шкодує, що приїхала до нас у ці предреволюційні чи навіть революційні дні. Адже, як вона заявила зі сцени на Європейській площі, я люблю вас, українці, і я вірю у вас. Сподіваємося, що вона не розчарується. Колеги, вам слово. Дякую, Юлія. Це була Юлія Куценко із групою про євроінтеграційні перспективи України. Ну а далі у випуску ми розкажемо про такі події. Регіони євромітингують. У Луганську збирають підписи на підтримку євроінтеграції, а у Львові розповсюджують анонімні звернення з поясненням того, чому влада не хоче